Что же такое случилось, что вы не радуетесь своему успеху и дню рождения? У меня сильно болит живот, а муж лежит в больнице с болями в груди. Меня часто тошнит, рвет жидкостью с пеной. Сочувствую, Рико. Надеюсь, все будет хорошо. В обычной ситуации я бы одобрил вам операцию, но нужно отправить вас в больницу, потому что тошнота может быть очень серьезным симптомом. Любая мелочь в вашем случае может нарушить работу всего организма. Нам нельзя оставлять это без внимания. Извините, мне нужен пакет. Отвезите ее в больницу, и я встречу вас там. Договорились? Хорошо. Нам нужно осмотреть ее немедленно.